А здрасте. Всем привет, уленьки. И мы продолжаем играть в Золотой Колос. В старой доброй 19-й ферме. И знаете, на самом деле я не играл на этом сейве уже около 3 месяца. Да и, в общем-то, прошлые серии для спонсоров выходили тоже довольно-таки давно. Поэтому я, в общем-то, вообще все нахрен позабывал, на чем мы здесь закончили, какие были планы. Поэтому планы будут новые. Ну и, в общем-то, надо будет сейчас пробежаться и посмотреть, что у нас есть. Мне хотя бы вспомнить вообще, что у нас здесь происходит. И что у нас во владениях есть. Поэтому поехали. Для начала посмотрим участки, что у нас куплено. У нас есть рисовые чеки, у нас есть восточные теплицы и сад, у нас есть птицеферма, коровник и овчарня. Господи, сколько всего есть. И, в общем-то, у нас есть 3 поля. 18, 6, 7 и ферма. И все. Больше у нас ничего нету. Также я вижу, что у нас есть заказ на производство. Видимо, у нас был какой-то контракт. Потому что зачем бы мне было это делать? Господи, как это работает? Я все позабывал уже. Простите, пожалуйста. Задание. Точно. Вот, есть контракт на льняное масло. И он вот-вот выполнится, я так понимаю. Как-то я тогда, видимо, сейф подогнал, чтобы оно все было четенько и сразу же. Нужно привезти 66 кубов. Ну, зная себя, здесь, скорее всего, и будет 60, да, будет тютелька в тютельку то, что надо. Также у нас остается дохренище жмыха. Мы его тоже вывезем, он нам пригодится. В общем-то, ладно, ждем, пока закончится вот это вот все дело. Давайте еще пробежимся по нашим животным, по нашим садам, по нашим теплицам, посмотрим, что к чему. Потому что я, как я уже сказал, забыл все нахрен. Коровки, значит. У нас забито 2 корпуса, есть телята. Тут с едой у них, в принципе, все в порядке. Если что, будем подвозить, это... Не сильно интересно, коровы пускай растут. Овчарня. Молока не очень много у нас в телятнике, все забито. Насколько я понимаю, когда новые телята у нас появляются, они сразу же продаются. Тут, в общем-то, все понятно. Птицеферма. Инкубатор у нас развивается 71%. Корм есть. Не сушек мы, да, выращиваем. Есть молодые цыплятки, есть подрастающие. Короче, понятно, видимо, следующая уже партия у нас пошла. Есть немного мяса, это те, кого мы поубивали. Есть яйца, 39 кубов. Рыбхоз. Рыбхоз я не покупал, обновление вышло. Я даже не знаю, у меня, наверное, не самая свежая карта стоит. Но это ладно. А на поле у нас значится... Я его объединил, да? Да, я его объединил, хотя помню, что не сильно хотел. У нас здесь растет свекла. И она еще не выросла, она растет. Боже, зачем я ее собрал? Видимо, да. Видимо, я знаю зачем. Тут у нас созрела трава, которая есть еще и скошенная, понятно. Я хотел сходить еще на птицеферму и посмотреть, есть ли у нас там поддоны с яйцами. Которые у нас, скажем так, на развитие в инкубатор пойдут. Скорее всего... здесь должно стоять поддонов несколько, да? Один остался. Ладно, вылупится, мы его закинем. И потом будем смотреть, что да как. Также давайте посмотрим, что у нас по садам и теплицам. Восточно-тепличный комплекс. У нас здесь клубника. Также на складе лежит дохренище риса. Много клубники, есть мед. Да, кстати, у меня же есть и медовая вот эта хреновина, пасека. Сады у нас цветут. Да, с садами я разобрался. У нас, по-моему, тут вообще все прекрасно. Да, все зелененькое, урожайность 100%. Сады мы пока не трогаем. Северный тепличный комплекс я не покупал. Клубника сорт 1, непонятно, нужен нам грунт или не нужен. Скорее всего, не нужен, потому что если бы был нужен после этого последнего урожая, я бы, скорее всего, его бы уже купил. Но это ладно. Клубники у нас, я так понимаю, еще до хрена. Зачем нам столько клубники? А, да, возможно, построился у нас заводик, который там находится. Ща я туда добегу. Ща все будет. Так, кстати, заодно можно посмотреть, что у нас... Здесь яма у нас компостная пустая. Сколько у нас компоста еще на складе лежит? Может быть, надо будет затарить. Садовая компостная яма пустая. А где? А, это, наверное, склад. У нас в саде находится, да? Да. 395 кубов осталось, этого мало. Нужно будет привезти еще. Так, с этим понятно, ладно. Да, завод у нас построился. Видимо, клубнику я выращивал, чтобы поиграться с этим заводом. Это у нас завод соков и джемов. Значит, что он умеет делать? Производство джема. Для этого нужен сахар и клубника. И клубнику мы выращиваем. Видимо, свеклу я вырастил, чтобы делать джем. Вот так вот все просто. Джем из яблок можно будет делать тоже из сахара. Джем из абрикосов тоже сделаем. Джем из вишни. В принципе, можно будет это все сделать. Клубничного будет прям дохренище. Далее есть еще линия производства сока. Морковь, томаты
томаты можно вырастить, морковь не знаю. Сок из яблок просто... А, яблоки можно просто переработать в яблочный сок. Просто в сок. Абрикосы, вишни, тоже все это можно будет делать, переработать просто тупо в сок. Отлично, меня это вполне устраивает. Так, ресурс 35%. Видимо, это еще было до обновления. Блин, надо эти самые ресурсы привести, как компоненты, стройматериалы, забыл уже, как это все называется здесь. О, калькулятор производства завезли. Точно, я же помню, было такое. Хи-хи. Вот, в общем-то, ладно, план на сегодня у нас тогда понятен. Во-первых, нужно отвезти, выполнить контракт, в первую очередь. Во-вторых, нужно будет купить, блин, надо будет собрать свеклу. Но если мы будем делать заказ на производство, вообще, кстати, да, можно посчитать. Есть калькулятор производств, можно посчитать, сколько нам нужно сахара. Если у нас есть, например, 1 000 000 клубники, а его сейчас будет еще больше. Ну, допустим, 1 000 000 клубники, нам нужно очень дохрена сахара. Нам нужно очень дохрена сахара. А если мы на сахарном заводе сделаем заказ на производство сахара из свеклы, и чтобы получить весь этот сахар, нам потребуется очень много времени. Короче, надо купить завод. Сахара нам потребуется очень много. Надо купить сахарный завод. И сейчас нас это все дело очень сильно расстроит, потому что мы сейчас пойдем в риэлторское агентство и посмотрим, сколько он стоит. А стоит он, скорее всего, дохренище, да? 2 462 000 это, падла, стоит, а нас только нету. А я еще думал с рыбхозом поиграться, но рыбхоз, видимо, чуть попозже. Значится, да. И нам надо еще собрать свеклу, а для того, чтобы ее собрать, нам нужна техника для этого. Так, а у нас здесь... А, у меня здесь порядки наведены, здесь все классно. Это прекрасно, да, меня это радует несказанно. Ладно, погнали, сейчас все тогда сделаем, закупим то, что надо. Я нарисую все маршруты, отправлю всех возить. Вот. Во-первых, нам нужен навоз для компоста. Да-да-да, именно так мы его и делаем. Мы его покупаем, 440 кубов. Есть. Далее мы возвращаемся на базу. Надо поставить вот этого товарища выполнять контракт. Больше, я так понимаю, у нас ничего возить это все дело не может, да? Ну ладно, давайте поставим. Так, что нам надо? Нам надо, во-первых, задание. Контракт, льняное масло. Мы тебя вот так вот повесим, чтобы ты нам здесь висел. Соответственно, тебе надо 3 раза съездить и забрать... Так, тебя мы пододвигаем, пока ты мешаешь. На маслоэкстракционный завод, склад, загрузка, точнее. И поедешь ты на ЖД-станцию бокс номер 10. Все просто. И повезешь льняное масло. Во. Съездить тебе нужно 3 раза. И после этого ты приедешь сюда, насколько я понимаю. Это вроде как так работает у нас. Единственное, что еще надо сделать, так как у нас последняя доставка будет маленькая, поставим ему отвозить при уровне 10%. И вроде как все это дело должно у нас работать. В общем-то, есть, развлекайся. Также с этого самого завода нам надо забрать жмых. У нас этот прицеп, по-моему, на 21 куб. Маслоэкстракционный завод, жмыха здесь 122 куба. Ему, в общем-то, нужно съездить 6 раз. Путем нехитрых вычислений, да, можно посчитать это все дело. Соответственно, ты тоже едешь на маслоэкстракционный завод, жмых загрузка. И едешь ты тогда на базу, склад 1 выгрузка. И везешь жмых. Во, можно, кстати, через окошко нажимать. Удобненько. И 6 раз. Вот у тебя парковка, я не знаю, назначена или нет, но будем считать, что назначена. Тебе тоже чуть-чуть подуменьшим. И давай, в общем-то, тоже катайся. С этим пацаном тоже понятно. Далее, есть у нас еще один пацан, который умеет возить с большим прицепом. Ну как с большим, не очень большим, но побольше. В душе не помню, на сколько он кубов, вообще можно посмотреть. О, у нас же паровоз есть, ёшкин кот. Правда, тут только хопперы и... Вот эти грузовые. А можно было с маслоэкстракционного завода на паровозике это все дело отвезти. Ну ладно. И Урал бортовой, кстати, есть. И пасека. Надо пасеку еще пойти посмотреть. Найти, во-первых, и посмотреть. Но да, прицеп. Ух ты, сколько у нас тут контейнеров. Черт, а у нас тут много всего. Зарядная станция зачем-то стоит. А, у нас есть, да, у нас же есть этот маленький тракторенок. Слушайте, техники вообще хоть жопой жуй. Но, да, прицеп 45 кубов. А купили мы 442 куба. Это, в общем-то, 10 поездок. Это надолго, поэтому давай катайся. Вот, ездишь к Кузнецову и едешь потом на компост. И возишь навоз. Давай. У тебя все должно получиться, ты тоже будешь молодцом. Эти товарищи пускай у нас ездят, пускай возят. Да, надо найти пасеку. Где она, хрен его знает. Может, вот это вот? Да, вот она стоит. Свернутая. Потому что ночью пчелки не хотят работать. Есть тут 1 куб меда. Как-то я бы сказал, не дурно. Сначала разложите прицеп. Ну, допустим, я его разложил, но пчелы не вылетают. Да, ночью они, наверное, с 7 утра будут. Честно, все забыл, друзья. Простите.
Так, давайте еще посмотрим, что у нас с рисом. Я же надеюсь, что я его хотя бы посеял. Я его не просто посеял, я даже воду с него уже слил. Он созрел и... одно поле не созрело. Так, с этим понятно, можно ставить уборку. Правда, я занял трактор, который бы это все дело возил отсюда. А еще мы здесь построили ангар, и что-нибудь в нем стоит? Нет, в нем ничего нету. Хорошо, возвращаемся на базу. Что у нас здесь лежит? Что это? Что? Вот что ты такое? Это щепа, я понял. Так, смотрим тогда, смотрим, что у нас еще есть на складах. Во-первых, на ферме. У нас есть пшеница, кукуруза, канола. Есть циклы 186 кубов откуда-то. Лузга отруби есть, щепа. Еще сейчас жмыха привезем. Но это ладно. Семена есть, известь есть. Извести можно купить, если она понадобится. Но это ладно. Это сейчас не сильно надо. На Приозерском элеваторе у нас нет ничего. Риса нету. Видимо, рис я весь переработал и отвез куда-нибудь. Куда я его отвез? Хороший вопрос. Он, кстати, может быть в поезде загружен. Я такое тоже практикую периодически. Ха, поезда-то нету. Потому что вот он. И действительно, в нем загружен рис. Значит, этот рис нужно отвезти на... Где мы его храним? На садах, правильно? Нет, не на садах, на восточном этом самом тепличном комплексе. А меж тем его тут дохрена. 686 кубов. Может его продать, докупить сахарный завод, чтобы не париться? Мне кажется, это мысль. Куда мы можем сплавить белый рис? Можем отвезти в порт, можем отвезти на ЖД-станцию. В принципе, и туда можно это все дело продать. Может быть, один состав тогда взять и продать риса? О, у нас льняное масло продается. 139 тысяч. Отлично, слушайте, вообще радует. Поехали, действительно, продадим белого риса. Один поезд. 600 кубов. Сейчас еще 1200 прилетит. А сколько стоит белый рис? Белый рис по 1000. Во, и нормально. И нам хватит денег на этот самый, на сахарный завод. Отлично. В общем-то, поехали. Так, вот он ты, паровозик. Поехали на. Да, кстати, надо ж маршрут. ЖД-маршруты. Элеватор, сады. Вот, поехали. Загрузимся там сейчас белым рисом под завязку и поедем его продадим на ЖД-станцию и в порт. В общем-то, покатаемся на паровозике сегодня, вспомним, что это такое. Так, а чё у нас здесь горит красный? Потому что я нахожусь не на элеваторе. Мы находимся на мебельной фабрике, насколько я понимаю. А почему я нахожусь на мебельной фабрике? Здесь у нас ничего нету. Наверное, потому что с помощью паровозика я хотел... маслозавод тоже здесь находится, да? Я хотел с помощью паровозика это все дело покатать. Ну ладно, я забыл, что у меня есть паровозик. Тогда мы едем с мебельной фабрики на сады. Во, и загорелся зеленый свет, отлично. И, в общем-то, по чучухали. His face gets blurry. My love, I send you kisses. Приехали. И сейчас нужно как-то грамотно вагончики-то выставить. Еще вспомнить, где этот самый рис лежит. Так, но он не на этих складах, он на последних должен быть. Давайте тогда подгоним к последним. Последние вот эти вот дальние склад относятся к теплицам. По-моему, мы туда это все дело выгружали. Поэтому подруливаем сюда. Бздынь. Начать заполнение. Белый рис. Погнали. Так, следующий у нас вагон будет четвертый. Вот он, пустой. Короче, я сейчас по-быстрому заполнюсь. У нас тем временем 139 тысяч на балансе еще добавилось, потому что контейнер привез льняное масло по контракту, и у нас уже заполняется шестой вагон. В общем-то, целый поезд, целый состав мы сейчас повезем. Давайте еще раз глянем, куда мы его везем. В порт можно 400 кубов отвезти, бокс номер 3, бокс номер 7. На ЖД-станцию можно отвезти... 250 кубов. Я думаю, что можно начать с порта. Правда, туда дальше ехать. Вообще без разницы на самом деле. По ценам тут тоже разницы особой нету. Поехали сначала на ЖД. Единственное, сначала проверим еще, на какую линию нам надо будет здесь перестраиваться. У нас бокс номер 4 и бокс номер 8. Они оба по правой стороне идут. Точнее, по правой, если смотреть вот отсюда. Но есть вероятность, что мы приедем... Хотя нет. Нет такой вероятности. Опаньки, монетка где-то. Серьезно? Я еще не все здесь собрал. Точно, смотрите-ка. 39 штук осталось. Я почти в каждой серии нахожу, наверное. Так вот, если мы будем ехать с этого моста, то вероятнее всего
А мы едем вот до сюда, и отсюда задним ходом будем маневрировать. Вот отсюда вот так вот. Но в любом случае, нам надо будет к боксам 1.8, то есть стрелки перевозить, если что, мы знаем как. Поэтому заказываем себе опять-таки маршрут сады, ЖД-станция, склады. ЖД-станция 4... А, это нам не надо. Это для песка, гравия вот этой вот фигни. Выбрали маршрут со сменой направления, это понятно. В общем-то, полетели. Постараюсь на светофорах не затупить. Так, друзья, вот он и затоп произошел. Стрелочка не перевелась, потому что камера не была направлена на триггер. Поэтому немножко мы отъезжаем. Да, пришлось здесь, конечно, кругами немножко покататься, но ничего страшного. И камеру мы тогда поставим вот такую, чтобы не пропустить стрелку. Иногда такое бывает. И со мной так вообще такое часто случается. Я думаю, вот столько вот у нас хватит. Отсюда она должна нормально перевестись, да? Да, вот она переключается. Тем самым контракт на поставку товара льняное масло выполнен. 30 тысяч мы еще получили сверху. Итого у нас 1 900 000. И 21 литрик у нас остался сверху на память. Насколько я понимаю, трактор сейчас должен приехать на базу. Кто у нас там? Пума ездит, но она уже выехала. А, да, она, кстати, вон справа от нас и ездит. Ну ладно, это все лирика. У нас сейчас тут разгрузочные работы пойдут. У нас боксы 4 и 8 нас интересуют. Еще понять, откуда идет отсчет. Восьмой — это вот этот крайний. Понятно. Значит, на него, в общем-то, и паркуемся, и он должен дать разгрузку. Да, есть такое. Разгружаем, и вроде как целый вагон сюда выйдет. Ага, не вышел. А, ну да, на ЖД у нас меньше всего было. Ладно, еще у нас есть бокс номер 4, туда 227 тысяч спокойно влезет, поэтому давайте туда это тоже дело разгрузим. Так, друзья, все продано, это прекрасно. Теперь нам нужно ехать в порт. Только ехать мы сейчас никуда не можем, потому что пути заняты. Отлично. Ладно, тогда мы оставляем здесь паровозик, пойдем погуляем, что-нибудь посмотрим. А вон, кстати, паровозик ездит. А почему этот паровозик нам мешает ехать? Вопрос. Он же не мешает ехать. Нас интересует вот этот маршрут, он горит красным. Хотя, по сути дела, он нам ехать не мешает. Ну ладно, видимо, сейчас паровозик заедет вот туда, тот, который едет навстречу, и нам все откроется. А этим временем Урал еще успел отправить на садовый центр. Нам же еще рассаду надо будет покупать. Или пока ты, типа, не уедешь за пределы карты, ты не будешь работать. Депо, депо перестроения есть маршрут, ничего себе. Классно. Во, все, открылось, отлично. Итого, ЖД-станция склады, порт. В порту на разные пути придется, увы, парковаться, поэтому сейчас нет смысла даже проверять, куда именно нам надо, направо-налево. Поэтому просто поехали. Здрасте, приехали. А что это я в тупик заехал? Как так получилось? Где я стрелку пропустил? Черт. Так, друзья, мы тем временем подъезжаем к порту. И давайте посмотрим, в какой нам надо выгружать порт. Бокс номер 3 и бокс номер 8. Мы сейчас едем по стороне там, где третий. Хотя и к восьмому, я так понимаю, можно будет здесь проехать, да? Не, надо будет далеко выезжать. Значит, смотрите, первый, второй вагон выгружаем в бокс номер 3, все остальное в бокс номер 8. Логично, логично.
чтобы не сильно париться с этими парковками, подъездами. Пошло-поехало. 132 тысячи с первого вагона есть. Паркуем второй вагончик. Со второго вагончика тоже есть 132 тысячи. И погнали, перепаркуем поезд на соседний путь. И еще 132 тысячи мы имеем с еще одного вагона. И последний нам осталось вот высыпать тут 15 кубов. Это всего ничего. Подъезжаем, высыпаем и денежку за это получаем. Немного, но приятно. Итого у нас на балансе есть 2700. На завод должно хватить, но у нас, в принципе, есть еще сегодня расходы, поэтому сейчас разберемся. Покатушки на поезде у нас, в принципе, на сегодня закончены, поэтому погнали, припаркуем наш паровозик на ферму. Вот он наш красивый паровозик. Припаркуем его в гараж на ферму и будем дальше разбираться с остальными делами. Вот и все, друзья. Глушим двигатель нашего паровозика, вылазим из него, и гараж можно закрывать. Сегодня нам паровозик точно не понадобится. Что у нас тут? Тут приехала вот эта вот товарищ. Вот это вот, да. JCB-шка приехала. Возит жмых. Пускай возит, пока... Ладно, пускай возит, да. О, погнали, посмотрим, что там с нашими пчелками. Вылетели они? Да, вылетели пчелки. Будут потихоньку здесь сейчас собирать мед с травки. Созревание. Цветение надо, да, для пчелок. Ладно, пускай они здесь стоят тогда. О, тут же еще за влажностью надо следить. Я забыл про это совсем. Тут, в общем-то, все везде хорошо. И, да, я не попал здесь на пару деревьев опрыскиванием. Ничего страшного. Хорошо, ладно. Далее, друзья, мы переходим на садовый центр, потому что надо нам чем-то засаживать теплицы. И, в принципе, клубники у нас много, поэтому клубнику мы сеять не будем. А вот томаты, огурцы, баклажаны, наверное, имеет смысл. Берем по два поддона каждого из этих вот фруктов и один поддон клубники. Хотя это не совсем фрукты. У нас остается 2600, на самом деле это не так много. Не факт, что нам продадут завод за 2400. Не стоит забывать про это. Но это ладно. Я почему сейчас это все дело купил, чтобы понимать по финансам, что и как. Давай, дружище, мы тебя сюда грузим. И в принципе, можно тебя даже и выгрузить сразу. И даже отправить на ВТК посадка. Насколько я помню, около 8 часов у нас созревают теплицы. В смысле, около 8 часов утра. Плюс-минус. В общем-то, когда созреют, я тогда и закину. А пускай пока просто этот товарищ стоит там. Знаете, друзья, что я еще подумал? Давайте продадим еще 100 кубов клубники. Она, по-моему, по 3000 тоже торгуется. О, даже есть место, где по 4. Ну, короче, да, примерно по 4000 она торгуется. 100 кубов, и, соответственно, получим еще 1400. И мы 90 продадим, 3 поездки пускай сделает. В общем-то, чуть меньше, чем 400 тысяч получим. И около 3 миллионов у нас будет на завод. По-моему, отличный план. Да, можно было бы это сделать на поезде, но, честно говоря, впадлу. А что этого товарища просто отправить, да и все. Вот такая загрузка товаров. Да, можно вот на ЖД-станцию бокс номер 1. Клубники у нас много, поэтому ее, в принципе-то, и не сильно жалко. Клубника. И 3 раза. И потом ты опять-таки сюда вернешься, у тебя все будет нормально. Вот, друзья, значит, что дальше у нас будет происходить? Свекла у нас растет, и я не помню, во сколько она должна вырасти, но в любом случае нам сначала надо рис будет убрать. Значит, сейчас у нас клубника сама продастся. Вот эти товарищи все докатают то, что они катают. Я, друзья, за кадром уберу рис. За кадром или, может быть, на стриме, если вдруг повезет, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. В общем-то, соберу все урожаи, сделаю запрос на завод, на сахарный. И там дальше будем, в общем-то, смотреть. Да, единственное, нам еще нужно будет взять в аренду какую-нибудь хреновину, но я не помню, что у нас тут есть вообще для сбора свеклы, что я тут ставил, что не ставил. Разумеется, из модулового.
Видимо, ничего такого не ставил. Да пофигу, поставлю. А вот, свеклу, в общем-то, соберем, посмотрим, сколько ее здесь будет. Ее здесь будет, скорее всего, много. Я вроде же склады вот эти вот построил, да? Да, склад я построил. Вот этот мусор, я не помню, он здесь должен убираться вроде бы. Но нет, не убирается. Или надо место найти? Да, вот, расчистка территории за 4000. На всякий случай просто выбираем, чтобы не мешало автодрайву возить. Мусор это не очень круто. Что здесь? Столб за 3000 ВКП. Стоп, ладно, столб не мешает. Так вот, соберем, короче, урожай. И дальше с этим урожаем уже будем что-то делать. Также вот эту вот надо будет траву покосить. Отправить косилку. В общем-то, план понятен. На работе как раз будет свободное время, я это сделаю. На этом, друзья, у меня сегодня все. Спонсорам огромное спасибо за поддержку, всем огромное спасибо за просмотр, лайкусики, комментарии, в общем-то, все это дело не забывайте. Если на канал не подписаны, то подписывайтесь. Да, с вами был Никита Дилы, и всем пока, друзья.